Когда остаются две линии, это становится очень нехарактерно для композитора. Вот. Я не знаю, как мы сегодня это сыграем, тоже будет тоже маленькая премьера, такая транскрипция. Но мы сыграем с большим удовольствием вам эту замечательнейшую музыку, потому что вы услышите и популярные, и непопулярные, скажем, вокалисты вы знаете, ре-мажорные прелюдии вы знаете, наверняка слышали. Маргаритки уже меньше звучат, хотя это совершенно обаятельный романс 38-го опуса Рахманиновского, который вот не так часто поют певцы. А сегодня будут звучать транскрипции для скрипки и рояля. И, наконец, «Апрель», который совсем редко звучит. Вот этот романс, так он называется, романс «Апрель». С чего начнем программу. Я хочу вам представить солиста оркестра Большого театра России Сергея Королева.